Нихао, гайз, с вами Игорь Вест. Если ты еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайся, можешь делать это прямо сейчас и запиндюрь свой палец вверх, это важно для продвижения канала. У нас сегодня прохождение, перепрохождение, 150 миллионов сотый раз, Resident Evil 2 ремейк. С модами. Куча всяких, блять, модов нахерачил. Долго парился с какой-то херней. Кстати, я, кажется, кое-что забыл сделать. Сейчас, секундочку. Есть тут одна софтина, которую я также все вроде бы запустил, вроде бы заработала. Вот, которая позволит нам полетать немножко по игре, по самой. Свободная камера, все дела. Вот. В общем, давайте проходить. Не спидран, ничего, так, просто по фану моды посмотреть, пообщаться. Потому что давно ничего я уже, в принципе, не выкладывал, ничего не проходил как такового. Кроме на стандарте будем проходить. Так, телефон сейчас сразу выключу, чтобы он вам не надоедал. Да, и меня тоже не особо отвлекал. Вот. Вот, ничего давно не проходил, кроме как Outbreak, на который у меня не хватает просто сил. Я уж, блядь, не знаю. Что-то он мне прям совсем не зашел. Я постараюсь его, конечно, допроходить. Там осталось 3 эпизода всего. Мы прошли уже 2, их там всего 5. Так что, думаю, 3. Так, давайте скипнем этот ролик. Он все равно никакой смысловой нагрузки не несет. Вот. Вот, собственно. И у нас мод. Мод Клер. С сиськами. Но сиськи будут не только у Клер, если что. Так вот, спойлерну, так что смотрите дальше. Должно быть, ну, как-то более-менее так. Единственная хрень с этим модом, что с ним должна быть прическа. Также у меня есть аналогичный такой же мод в синем, только на платье. Должна быть с ним прическа, блондинистая, с длинными волосами, но почему-то она никак не... Не знаю, каким хером вообще ее уставить. Если кто знает, как поменять на уже готовый мод прическу, напишите об этом в комментариях, потому что я вот что-то в душе не чалю. Собственно, вот такая у нас мадам, со своими амбициями большими. Да, и, кстати, по поводу программы. Как там? Вот, собственно. Ох, ебучий случай. Вот это нахуй я не рассчитал, что на эти кнопки. Ладно. В общем, смысл в том, что можно повертеть камерой, залететь какие-то текстуры, отдельная софтина. Если чё, ссылка будет в... Да ёб твою налево. О боже, вот это я не просчитал этот момент вообще ни хера. Что управление этой софтиной оказывается у меня на горячих клавишах OBS. Вот блядство-то какое. Даже не знаю, наверное, тогда и не полетаем, что ли, потому что у меня так, у меня, блядь, вебка отключается. Пиздец, блядь. Хотел полетать по текстурам, ну да ладно. Видимо, не полетаем. Хрен с ним. Будем проходить так, вы меня уж простите, я уж там потом что-нибудь пофикшу. У самой проги вот этой, которая позволяет летать через текстуры, у нее нет настроек горячих клавишек. Я бы их перенастроил вообще, блядь, на какие мне удобно. Но она почему-то вся на нампаде и на стрелках, а у меня здесь горячие клавиши OBS, о котором я пишу видео, там, если надо, там, что-то включить, отключить камеру, отключить звук, все вот эта херня, все есть. Поэтому... Чё-то херота, конечно, какая-то. Ну да ладно. Если чё, я буду просто пропадать, и там в каких-нибудь местах полетаем все-таки. Однозначно. Вот, в общем, к чему я, что причесочка-то у Клер не поставилась. И я вот там пошерстил как раз на англоязычных форумах. Как раз по модерству, блять, очень сложная тема на самом деле разобраться, особенно если ты еще по-английски. Ну так себе, с Google переводчиком только. Вот. Ну что-то как-то это. Единственное, что я там надрал, это вот этот софт, который можно полетать через текстуру. И есть еще какой-то софт, который конкретно вроде для модерства, но я так понял, он конкретно модели не обозревает. Так, педрилы, вы что тут, блядь? Ох, вы, блядь, гамодрелы. Гриномесы несчастные, минус FPS 40.
Вот. Ну, в общем, пока не разобрался. Если разберусь, то я постараюсь захерачить, может быть, даже какой-нибудь свой мод, который ничего нигде нет. Может, не знаю, может, где-то спизжу какую-нибудь модель. Опс, так, надо успеть пробежать. Вот. Ну, что-то пока не разобрался. Там все что-то очень туго и дико с этим. Ух ты, блядь, у меня еще минус АИМ. Давно я не играл, если честно, в этот резидент. Ничего, я его уже 100 лет не запускал. Вот, наверное, как на канале было последнее видео. С ножом, по-моему, я проходил. А, или мод какой-то. Нет, подождите, мод вроде. Мод какой-то. Да, мод все-таки я записывал. Но все равно я не знаю. О, блядь. Hello из Дубая. Пригнись. Я, говорит, всю жизнь мечтала найти себе богатого мужа. И кажется, это он. Сука. Алмазы ты привез, пес? Алмазы, блядь, какие тебе нахуй еще алмазы, блядь? Я просто вахабид. На, Аллаху Акбар, чуваки. Сейчас братишки подтянутся. Устроим вам тут террористическую акцию. Ладно. Садись в машину, крошка. Повезу тебя в поисках лучшей жизни, как говорится. Вот, собственно. Но это еще не все моды, которые присутствуют в этой игре. Я говорю, я что-то нахерачил тут прям целую пачку. Не пачку. Я уж что-то вру, наверное. Ну, еще парочка-то точно будет. Клэр Редфилд, только волосы у Ады почему-то я немножечко парик, видимо, отжала. 100 пудов. Да-да-да. Добро пожаловать в Raccoon City, дом Umbrella. Охуеть, блядь. Мы так рады. Так, это тоже бесполезная абсолютно кат-сцена. Не, эту, наверное, посмотрим. Здесь ее все-таки шибанут. Она там жопкой посверкает. Наверное. Не знаю, я этот мод первый раз поставил. Ну, точнее, я им бегал. Не другим, синим. Синий вариант. Это розовый. Есть еще синий вариант. Буквально точно такой же мод. Вот, синим я побегал. Чуть-чуть. Так, какие тебе нужны выжившие? Так, кстати, интересно, может включить субтитры? Наверное, я сейчас все-таки включу. Сейчас катсцена закончится, включу субтитры. Чтобы они все-таки были. А то сидеть, слушать эту англоязычную речь. Я же говорю, как на этот форум залез. Ну, блядь, пиздец какой-то. Ладно, если бы там был туториал такой в видео-варианте, допустим, как там выдрать модель какую-то, куда ее в какой софт закинуть, чтобы там редактировать, там прически менять или что-то. Нихера такого нет. В общем, может, я не нашел просто, не знаю. Может, не нашел. Но я поковыряю еще, поковыряю, обязательно. Так же, как Outbreak, да, прохожу. Знаете что, я просто настолько понял, что я отвык от этих игр, вот, ретро, прям, которые, вот эти вот деревянные такие по пояс, старые вот эти резиденты, вот это управление, все вот это вот как-то... Раньше-то норма была, а сейчас что-то после новых игр, там, вот этих современных, что-то как-то совсем тяжко. Совсем прям. Глаз режет, я бы сказал. У-у-у! Наеблась так наеблась. Пампушка Клэр. Еблась. Ух, срандель-то отъела. Ну, радует, что вместе со Сранделем и амбиции подросли. Эй, Клэр, ты не поедешь со мной в Дубай? Нет, пока не могу. Есть тут проблемки кое-какие. Ну, ладно, потом встретимся. Давай. А мне пора.
Встретимся в полицейском. Вот, кстати, один из вариантов. Кстати, заметьте. Уа, сучка! Silent Hill, Silent, мать его, хи... И там-то? И тут тоже ничего. Я первый раз, я говорю, установил вот это, я не видел их. Ну-ка. Твои батоны. Они же тоже булки. Я надеюсь, на за это меня YouTube не забанит. Вроде как бы, я не знаю, там не сильно-то видно это все. Ну, блядь, хер его знает, не знаю. Будем надеяться, что максимум страйк на видос накинет. Ну, или какое-нибудь предупреждение. Ну, не сразу, чтобы меня отправили подальше, иначе что-то как-то жалко будет. За зомбарей с сиськами. Сейчас найдем где-нибудь... Так, эй, жердяй, пошел в лес. Получше какого-нибудь зомбиху, чтобы ее поразглядывать. О, кстати, валяется тут. Шельма. Шельма из Silent Hill. Медсестры там были. Кстати, там были довольно неплохие модельки. И да, я вот что хотел у вас-то все спросить. Напишите, пожалуйста, в комментариях вообще, какие игры, кроме Резика, вам интересны. Какие, может быть, вам было бы интересно, если бы я попроходил, ну и все вот в этом духе, потому что, как говорится, не единым резидентом, единым, хуйня какая-то, да сказал? Да, блядь. Обстановочка-то дерьмо. Может быть Dead Space, может быть The Evil Within, блять, или как он там, что-то в этом духе. Он вроде тоже что-то из этого жанра. Я в него не играл, если честно, что-то как-то пропустил. Я когда плойку только купил, в 2014 году, была эта игра. И я такой в магазине на нее посмотрел, думаю, бля, пизду, и купил себе Revelation 2 резик. У меня он до сих пор на диске, он валяется. А на это что-то смотрел, смотрел, думаю, блядь, какая-то хренотень. Вот, а что-то сейчас не знаю. С этим Tokyo Ghostwire разработчики, оказывается, от... Ну, делали эту игру. Я такой, что-то на ютубе загуглил, посмотрел. А вроде даже и ничего, не знаю, может быть, типа, проходить. Так что напишите в комментариях, ну, какие игры вас на самом деле интересуют. И уже там вдруг вы придете к единому мнению. Будем от этого отталкиваться. Ай, блядь, прости, прости, прости. Сиськи, сиськи, сиськи. Так, блокнот офицера нам не нужен. Ой, блядь, я так давно этого не делал. А ну? Нет, все-таки еще помню. Бля, будет самое интересное, как боссов убивать. Ой, блин, жесть. Я потому что... Ох ты, блядь, это кто тут у нас такой? Кто тут у нас, блядь, такой? What the fuck? Блядь, надо было пробегать мимо них нахер и все. Нет, решил, блядь, тетку поразглядывать. Да в пизду, на самом деле. Конечно, хреново, тайминги сейчас собьются, и игра пойдет не по пизде. Ну да и ладно, мы же не спидраним в конце концов, а... Да это не хардкор, здесь будут автосейвы, максимум меня вольнут до за... Ну-ка, ну-ка, что там у нас, кто там у нас пилоточкой сверкает? Помогите, помогите, суки! Суки насилуют. Марвин Бранок, блядь. Не знаю, блядь. Жалко, они, конечно, его, да, так вот обрисовали вот во всем этом свете, не знаю. Мне кажется, для него могло бы быть вот что-то с браслетом, кстати, у него на купальнике какая-то хуйня на шее. Какая-нибудь и получше участь. На этой, Клер, прическа ада еще, ладно, как-то более-менее, более-менее. А вот та, что в синем купальнике, вот, ну, аналогичный мод, абсолютно. Та, что в синем купальнике... Какая пошля. Вот. Ей вообще эта черная не шла, и я даже записывать пизду не стал. А вот этот нарыл, и думаю, да ладно, с этим, в принципе, она и смотрится ничего. Что... Да, найду Криса. Да.
Да, да. Да, это я. А что? А что, не похоже, что ли? Смотри только вот, что у меня есть. У Криса таких нет. В отпуске? Конечно, в отпуске. Прекрасная новость, блядь. Хотел же, блядь, субтитры включить, так и проебался. Да, тут секретный проход, вся херня. Блин, на самом деле, если мы будем смотреть все катсцены, ролик затянется, блядь, на часа на два, наверное, я думаю. Save yourself. Да. Пожалуй, так и сделаем, чтобы увидеть своего брата. А теперь, возьми нож и вскрой себе вены. Пизду, не делайте так. Беги! Беги, сука! Если что, беги! Хотя бы анимация лица. Кстати, я тоже надрал мод. Есть еще один, тоже вместо Клэр он... Аду заменяет. Но опять же у нее рот не открывается. Ада, блядь, с неоткрывающимся ртом. Это, знаете ли, язык, да, субтитры. Вот включим, чтобы были. Ада с неоткрывающимся ртом. Это полная херня, на самом деле. Так. На самом деле нам бы еще что-нибудь съесть. А то я что-то пока за амбарей разглядывал. Нас уже и закоцать умудрились. Вот тут вроде спрей где-то был. Давно не играл, давно, но, ну как бы вроде бы я помню как бы основные места. Точнее, мы спрей возьмем, а жрать его пока не будем. Хотя у нас третий, ой, уже предсмертное буквально положение. Наверное, может и сожрем. Еще, кстати, после седьмого резика я почему-то по инвентарю начал с клавиатуры перемещаться. Хотя, когда я играл... В ремейк, там я перемещался чисто мышкой. Но в седьмом резике это было невозможно. Поэтому что-то теперь у меня оттуда осталась эта привычка перемещаться по инвентарю с клавиатуры. Так, а кто там в око... А кто тут у нас такой с сиськой? Silent Hill. Жалко, что, конечно, одна модель только. Ну, можно заменить модель мужчину-зомби. Иди в лес, иди в свой Silent Hill, там тебе самое место. Курва, блядь. Вот. Жалко, что можно только одну модель женщины заменить, потому что, на самом деле, в игре вроде бы не одна модель женщины. Там была и блондинистая женщина, и какая-то с короткими волосами. Много было моделей женщин, но заменить можно... Какой пароль? 7, 15, только одну. 9, вроде такой. Нет? Или 9, 15, 7. Да, вот такой. Ебать, все забыл уже, оказывается. Охереть. Вот. А заменить можно только одну модель женщины. Стоп, а мне же ключ. Бля, что я сделал? Я уже маршруты все перепутал. Мне же нужно было наверх. О, теперь они все проснулись. Ну, здравствуйте, блядь, однако. Я вам так рад. Мне же нужно было за ключом. А я пошел сразу в сундук. О, эту хрень брать. Да иди отдохни, блядь. Вот. А было бы прикольно заменить вот прям всех зомбарей. И мужчин, и женщин. Ну, на какие-нибудь... Ну, хотя бы тех же из Silent Hill. Там тоже было довольно много... моделей таких вот ничёшных. Вот медсестры там на каблуках вот вообще были прям шикарные, если их еще там отмодифицировать. Так, а у тебя и патроны есть, да? Я помню, у тебя тихо, ты так не делай. Псих ненаделанный. У меня и так тут проблемы с маршрутами, тут теперь с зомби аж две штуки сейчас будет. Жирный, давай. Блять, хорошо, что с ножом проходил. Знаю вот эти вот фишки, как от них уклоняться. Но это же все-таки микромомент. Тихо. Микромоменты. Не играл же давно, так что могу и косячить, в принципе. Так, ну тут он про брата, есть ничего интересного в пизду. Сейчас просто побежим в другое крыло и все. Оп, оп,
оп, оп. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Может быть, мы все-таки... Как там, как там, как там? Так. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Просто, ну вот, по текстурам полазить, посмотреть, что есть. Я вот ни разу этого не делал. Ага. Ага. Ни хренулечки здесь нормального, интересного ничего нет. Так, с этой стороны что? Ага. И здесь тоже пустота. Ладно. Ой, блядь, рот, опять я эту хрень нажал. Так, как вернуться? Вот так вот. Хорошо, поехали. Поехали дальше. Ничего тут такого у нас не спрятано сильно в текстурках, чтобы там в них ковыряться. Вроде как-то текстуры и текстуры. Так. Бэ. Трекбэк. Респидурейшн. Так, что я хотел? Эй! Клер! Эклер. О, араб пожаловал. Давай, сейчас спущусь. Потрещим с тобой. Ну давай, сука. Открывайся, падла. Еще такой ногой. Пыск. Ой, блядь. Ты в порядке? Да, смотри, там вертолет пизданулся. Да, я в норме. Кроме вертолета, все хорошо. Ой, как же я, блядь, рада тебя видеть. Я не знаю, здесь Клэр прям такая наивная дурочка. Вот прям выглядит так вот. Вот эта улыбка ее, 32 зуба, блядь, я не знаю. Они прям как это. Как будто она такая писюха еще прям совсем. Но с задатками уже там, знаете ли. Блядь, я паяльник-то выключу. Да, 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 да. Кто тут, блядь, паял хрень одну. Ладно. То бывает, знаете. Ну хотя у меня не бывает так вот. У жены моей бывает, что она утюги забывает выключать. Ну все-таки, как говорится, доверяй, но проверяй. Давай, Марвин, открывай. Марвин, блядь. Какой нахуй Марвин? Так, никого? Блядь, странно. Я думал уже это... сбились как бы все зомбари. Потому что я... Не по канону так... Так, стоп, это все делал. Ну, вроде бы они еще как бы... Пока вроде все хорошо. А куда ты топаешь, блядь, Василий? О, боже. Храни царя. А где тут же должны быть? Вот, да, вот она топает. Вот она, сиська топает. И теперь ты падаешь. Отлично, прям в воду. И там мусорок один. Прострелился у нас. Так, а что это я патроны вообще не собираю? У меня что-то их как бы нет особо. Что-то я прям вообще тут на расслабоне двигаюсь. Ой, блин. А может быть окно это надо было заколотить? Я вот что-то не помню. Ой, не-не, дядь, не. Пизду тебя. Хоп, 18+. Пау. Вот. Да, и кстати, напишите, играли вы ли вы в этот The Evil Within? We Win? Или как там, блять, его? Па-па-ра-па-па-па. Давай, давай, давай. Иди сюда, жирнич. Как вам она, если играли? Похожа она на резик, не похожа. Или может на что она похожа? Да и вообще все ваше мнение об этой игре. Мне прям вот
Ебическая сила, вас тут целых два штуки. Вот, мне прям интересно ваше мнение. Потому что что-то как-то это, ну, по отзывам я слышал, что она не особо-то что-то кому-то зашла, что ли, или и она просто не прижилась, была не сильно популярная, ну, это был не резик совсем отнюдь. Вот, поэтому мне интересно ваше мнение. Так, батарейка, и у любви у нашей се... Интересно, брать спрей, не брать? Да нет, наверное, думаю, что брать-то? Ой, думаю, пизды ща получим от ликера. Ща получим, блядь, пизд... Нет? На, по спине. Не, нихуя. Я уже думал, сейчас даст. Так, какой-какой рыбы. Скорпион. Кувшин. Да. Ничего себе. Ничего себе. Я даже... Что это, блядь, было там? Ты дурак, что ли? Так, нож. А чё у нас по фипы? А там тетка, кстати, она в виде Silent Hill'а тоже бегает. Блин, шкаф же надо было подвинуть. Ладно. Хрен с ним, со шкафом. Сумчанский. С4. Куда ты дверь закрываешь? Что-то там звуки какие-то странные. Вот в этом, кстати, есть некая фишка, когда ты давно не проходил игру, ты вроде бы ее начинаешь заново проходить, как бы. И такой, на какие-то вещи, которые были заезжены, уже внимание получается, обращаешь гораздо больше. Сука, а, и ты упал еще, охуенно просто. Так, тетя, надеюсь, ты меня... А, ты меня караул... А вы тут вдвоем, у вас тут, блядь, пати, значит, да? Вот вы, сука, твари. Караули от меня стоят. Так, а ключ мне этот же уже не нужен? Не нужен. Вот. Интересно так вот, вроде перепроходишь. И петух, да? Петух. На какие-то моменты такое внимание обращаешь, которые раньше как бы хер на них забивал. Ну хули, спидран там, на другие совсем вещи обращаешь внимание. А так вот, если чисто по фанчику. Прикольно, чё? Прикольно. Нужно ли мне два ножа? Чё у меня с FPS-ом? Бля, с FPS-ом-то не очень. Может быть, мне и два ножа нужно. А может, с одного зачикаю? Эй, Марвин! Марвин уже синего цвета, как будто уже все, уже отъехал. Он даже как псина бешеная проснулся примерно с той же рожей. О нет, уходи! Just go! Save yourself. Save yourself. Нет. Как там? Так? Так, да? Save yourself. Да? По-моему, так. Хуй знает. Ебучий английский сейчас в Америку собрался. Ай, бля. Клэр! Давай! Вали отсюда нахер! Ради меня! Вали из этого города! Сиська. Эй, Марвин. Пшел нахуй. Да не-не, он же помог. Это я уже со своими пошлыми мыслишками. Знаете, блядь, в доту поиграешь так вот. И это... Чувствуешь, что деградировать начинаешь. Там мать ебал, блядь, наебал, ссал. И все вот в эти... моменты, как наслушаешься. А я что-то последнее время опять на нее
О, Грена, Грена же здесь есть. Да эпицентр этот вчера тоже смотрел. Там как эти Virtus.pro, блядь, обоссались нахуй, от ликвидов отлетели. Ну, пиздец, конечно, был. Я аж расстроился. Ну, в нижнюю сетку вроде сегодня будут играть. Или, может, уже играет, когда вы смотрите это видео. Может, уже даже они уже и отыграли, я хер его знает. У меня, кстати, был случай, когда Virtus.pro взяли инт. Подождите, на что же я ставил? Я сделал ставки вообще, в принципе, один раз в жизни в своей. Единственный, блядь. И я поставил на Virtus.pro. На International? Хуй там. Не International. Мажор. Был мажор какой-то апрельский в прошлом году. Получается, в 18-м. И они занимают на нем первое место. А на сайте, не буду говорить имя, иначе, блядь, реклама будет. Мне за это никто ничего не платит, нахуй этот. Ставки принимались за 4 месяца. За 4 месяца. И я такой, в доту тогда плотничком играл. Думаю, так, а поставлю-ка я на Virtus.pro. И я, коэффициент был 6,2, блядь, 6,2 был коэффициент. И я там за 4 месяца до турнира просто поставил на этот ебаный Virtus.pro. Че думаете? Выиграл. Просто, блядь, выиграл. Это была единственная ставка в моей жизни. Я больше не ставил, думаю, ну нахуй. Выиграл, надо забирать. Иначе все проебу в пизду. Ой, блядь, подождите, подождите. А чё ж надо... Ой! Сучий ты, Поттера. Интересно, я вообще его убью теперь? Только трубой не пись, пожалуйста. Ну ладно, ну ладно, нож забери в пизду, на. Забери нож, пизду тебя, блядь. Запизжу, нет? Запиздил. Ну видите, запизделся с вами. Даже ничего не получилось. Нормально убить его. Вот, была единственная ставка, как бы. Я, в принципе, остался доволен, думаю, о, нихуя себе. А я поставил что-то 2000 рублей. Да, 2000 рублей. Я только получил деньги. Я не помню, чего, куда уж потратил их. Кстати, вы можете тоже написать свои истории. Может быть, у кого-то даже печальные. В комментариях. По поводу этих самых ставок. Ну, я как бы... Не знаю. Не советую никому этим заниматься. Херь на самом деле полная. Столько людей видел, как нахуй пролетали над этим всем. Да и вообще, вот так вот посмотришь, вот у нас тут тотализаторов до херища. Как бы, в принципе, там столько людей, они вечно что-то ставят, 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 ставят. Блядь, я не знаю, это, блядь. Мне кажется, это уже какая-то болезнь, наверное, какая-то. Скорее всего, зависимость. Да, I hope so. Че, сиськи-то нравится у Клер? Не знаю. Мне, конечно, такой типаж. Мне бы, ну, чуть похудее, похудее. Вот она. Кстати, что хочу обратить внимание, у этого мода она бегает босиком. Босиком. И это отчетливо слышно. Слышите, да? Она не цокает бычьими каблуками. Потому что только что с пляжа. Тут ее шейк ждет. В оконцове все должно быть у них хорошо, как бы. Ну, я так думаю. О, да, получилось. А, отлично. Вот, и не цокает. Ну, вот, прикольно сделали. Кстати, я видел мод, который просто там что-то ботинки снимал с модели. Я и тоже, получается, он не стучит каблуками. Мне кажется, это какая-то хрень. Это уже... Как она... Как же она называется? Фуд фетиш? Фуд фетишисты? Как-то так, я не знаю. Ну, вот эти вот ребята, которые вот тащатся
по женским ступням, блять, я не знаю. Наверное, для них был сделан. Ну, лично меня женские пальцы не очень впечатляют, хуй его знает. Не, ну как говорит, фу, каждый дрочит как хочет. Смотреть сами, это лишь мое мнение. Я ничего не имею против, если вам нравятся женские пальцы. И вы бы не против, чтобы вам, блядь, какая-нибудь тайка понаяривала ногами. Все может быть. Так. Но самое интересное, почему она говорит «It's closed», когда я еще даже кнопку не нажал. Пиздец какой-то. А может, я там рычаг нажму, и она откроется. А ну-ка, давай. Поднапряжем булки. Ну да. Шерри. А вот и главный маньячелло. Пожаловал. Запись-то идет вообще? Да, идет. Ни хрена, уже 36 минут сидим, и мы только, блядь, выходим. Точнее, даже не выходим, мы только до решетки добежали. Чё-то спидраном, конечно, не пахнет. Давай, связывай. Может быть, я даже ролик на два разделю, не знаю. Если он сильно пиздецки длинный получится, скорее всего, наверное, разделю-ка я его на два. Чтобы вы не сидели тут два часа, ебалом не торговали, просто так, а так. Когда время будет, посмотрите. Вот. Так и сделаю. Потому что с этими катсценами мы тут, блядь, ну точно на два часа с вами зависнем. Не, нахуй, блядь, по сиське, блядь. Сука. Ой, блядь. Ладно, хоть по сиське. Мог бы и по ебалу прописать. Клэр! Да-да, я иду. Вы же меня к маме, блядь, отведете. Конечно, блядь, сейчас к маме отведу, нахуй. Ты же наебало. Сплошное наебательство. Чик. Блять, как это было грозно. Да как ни в чем не бывало, знаешь, если где-то бабе там переебешь, она, ну, вдруг я так не делал, я не знаю, вообще, ну, по идее, она там должна... Ой, сука, блять, как вот у меня кровь течет, дайте мне салфетку, мне нужно вытереть, а это такая... Чух, нахуй, блять, просто ее смахнула и пиздец. Фух, суровая женщина. А говорю, а вот эти вот улыбочки ее леонские. Ой, блядь, тут же ликеры. Ой-ой-ой-ой-ой. Если бы я еще помнил, как проходить. Ладно, пешком пройдем. Пешком пройдем. Вроде этот вариант никогда сильно... Не нюхай тот. Унюхал. Пизду в купальнике почуял. Ой, блядь. Че я говорил, о чем вообще? О чем я вообще? Что-то я уже забыл. Да хер с ним. Так, здесь есть красная трава, здесь флешка. Мне нужна Нет, вроде нахуй не нужна. Вроде не нужна. Вот, в общем, о чем я вспомнил этот. Про вот этот ее флирт с Леоном, где она там в свои 32 норма улыбается вовсю, и вот эта вот такая дебильная улыбочка, наивная такая дебильная. А когда ей, блядь, поеблу только что выписали, так ничего, блядь, то так вот кровищу смахивает, аж, блядь, мам, не горюй. Ну-ка, отвернись. Я пройду, и ты тут не нюхай. Как-то, ну, не вяжется, не вяжется в общее представление Клэр. Лучше бы не делали ее этой самой дурочкой. Бля, я вот тут помню, фильм какой-то исполнял. Вот прям... А какой? Как же он? Я жопой как-то пробегал. Помните, в каком-то из видео я показывал? Я уже не помню, как надо сделать было. Да хер с ним, по идее. И так прошел.
Все равно мы сюда уже больше не вернемся. Мы сейчас обратно в полицейский участок. Там пошерстим немножко. Нам две детальки забрать осталось. И... А что за херня? Что у меня с управлением? Как будто у меня что-то с FPS. Нет, вроде все хорошо. Так, а что со звуком? Ну, вроде нормально. Со звуком должно быть. Да. Ох, блядь, не подготовился, включил, начал записывать, причем прям вот как есть нахуй. Я просто некоторые спидраны свои записывал сначала чисто вот как прохождение, а уже потом озвучку. Это прям, блядь, как есть, поэтому вы тут можете слушать клавиатуру, мышку, всю вот эту поебень, потому что никакой шумодав я не включал. Ну, типа как. Так, а надо мне что-то скинуть вообще? Ой, блядь, как тут? Добавлено премиум оружие. Давайте скинем этот ключ. И вроде бы все. Мне дальше только с червом бегать. Так. 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 Отлично. Червовый получили. Ну, блин, хотелось бы, конечно, хотелось бы поменять ей волосы. Ну, как-то оно бы поинтереснее, наверное, бы смотрелось. Так, а что мне вообще нужно, чтобы пройти эту игру? Я что-то уже забыл, на самом деле. И что из оружия? Это электропушка, получается. А я ведь, помните, с пистолетом как-то проходил? Так. Я ведь с усиленным там модификацию на него брал, получается. Так. Так. Вот это сделаем. Так. И что, сейчас ждать, пока он выломает дверь? А нож возьмем? Хватит ли нам слотов? Ну давай, подожду тебя. Надеюсь, я правильно стою. А то сейчас насосем. Ну, вроде правильно стоял. Так, потрошки. Флешку. Как раз мы вот мы ее выберем, чтобы она была выбрана. Потому что сейчас будем забрасывать. Хотя там можно и замансить. Я уж что-то как-то это, знаете, придираюсь, по-моему. По-моему, можно замансить от этих зомбарей. Шельма. Пиздуй обратно в свой Silent Hill. Так, что там? Ну-ка, шельма идет. Оп. Да можно было замансить, что-то я это. Да не, ну просто флешек до хера, куда мне их девать? Я их что-то набрал тут, я ж... Прям аж не знаю, аж жопой жуй. Так, вертоль потуши. Потушили, патроны возьмем. Так, и это... О, у нас первая супер-пупер-мега скрутка. Да придет спаситель, ебаный Арни, это ты? Оп. А ты все такой же хреновый боец, я смотрю. Кстати, как вам новый Терминатор? Трейлер. Что это за хрень на самом деле? Как вы думаете? Я вроде где-то слышал, что это... Ну, это опять же какие-то отсылки, догадки, вся эта херня, что это продолжение типа Судного дня. И вот если взять вторую... Так, он топает, сука, где-то. Арни, Арни меня преследует, тварь. Вот, если взять, допустим, вторую часть, а все остальные нахер выбросить, это типа новое продолжение. Новое продолжение всего этого безобразия. Ой, блядь, дядя. Ой, блядь. Ой, блядь. А чё делать-то на? Ты чё, ты рыли хочешь выломать дверь? А, вы вдвоем, да? Ну окей. Мне в какую? В эту же, да? Да.
сука. Ой, блядь, какие же они тупые, мать их. Чего у меня тут происходит? Сквознячело какой-то. Охереть, вот это ветер поднялся. Кстати, на улице ебическая жара. Вот просто пиздец, блядь. Я просто охереваю. Тут сижу и стекаю весь. О боже, что ж там, блядь. Ой, подожди, сейчас же Арни сюда придет. Надо эвэдить удар. Оп. А ликер? Так, а мне сейчас куда? В, бля, блядь. О, блядь, вас тут теперь целая толпа, да? Что, он какой-то дурной оказался, да? Вообще псих. Блядь, что за звук такой? Это, блядь, ураган на улице какой-то бешеный. Ой-ой-ой-ой-ой, я ж тут забыл, тут же тоже у нас пати такое своего рода. Ладно, сейчас флешчанский забросим. Я, кстати, так и не понял, идет за мной тиран или не идет. Так, тихо. Да иди в лес. Блять, идет или не идет? Я шаги слышу, но не пойму, где он. А, уже здесь, все. Все ясно. Все с ним, блять, ясно. Вот он, тиран, блять. Ха-ха, Арнольд Шварценхегель. То есть, это вроде бы как бы новое продолжение сюжета. Точнее, даже, так сказать, спин-офф. Нет, не спин-офф. Как же это, блять, правильно это назвать? Сосать, блять. В общем, новая задумка, новый сценарий, новое все прям должно быть пиздато новое. Посмотрим, потому что, ну, на самом деле, вот когда второй Терминатор я посмотрел в далеком детстве еще, вот третий я еще тоже посмотрел, а вот четвертый, пятый, шестой там, по-моему, вышел заключительный, ну так. Какая муть уже, я уж не знаю, прям что-то там с фантазией у людей прям совсем пиздец, пиздецкий какой-то был. И если они вдруг решат перезапустить, получается, франшизу этим самым, ну, было бы интересно посмотреть, что они там придумали. Но мне кажется, это опять какая-то хрень, потому что, ну, старый Арни, старая Сара Коннор, который, я так понял, там в главной роли, можно сказать, а Арни так вот. В беседку ему там постучались, он там дверь открыл и сказал: «Оу, hello, а кто вы?» Это что-то, по-моему, ебалу тирана сделали. О, тирана, блядь, терминатора сделали. А я вас вообще не знаю, ребятишки. Самое главное, как они обыграют то, что старые они все стали. И где, мать его, Том Сойер хотел сказать. Джон Коннор. Где Джон Коннор, блядь? Почему его не было в трейлере? Что это за, блядь, херня? Что-то я заблудил, Саш. Так, а мне же сейчас в противоположную дверь. Оп. Здравствуйте. А где второй зомби? Я же ему поеблу дал. Да куда ты, блядь? Ох, ох, как ты женщину-то роняешь. Как ты вообще обращаешься с дамой? Шакал паршивый. На нахуй. Кажется, он зомбарю опять выписал. А где второй? Здесь же их два должно быть. Где второй? Странно. Ладно. Хер на него. Арнольда. Ой, блядь, это в натуре железный. Ой, блядь. На, ешь. Мне кажется, все равно у меня их много. Я точно не помню, куда именно нужны флешки. Ой, он идет за мной. Блять, он долбоеб нахуй конченый. Тебя поработил Скайнет, дурак. Ну ничего, мы исправим эту ситуацию. А ты прям сюда пойдешь? Я что-то ни разу вот тебя не заводил сюда. А ну. А ну. А в эту дверь? Пойдешь в эту дверь? Нет. Не пошел. Серьезно? Really? Иди сюда. А, пошел в пизду, дура.
Хотите прикол? Я не взял вторую деталь. Вот это номер. Вот это поворот событий. Да ну нахуй. Ты серьезно? Вот это да. Ну ладно. Вот что значит не играл давно. Зашел в эту часовую башню. Так. Нет? Ой, не-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 не, приятель, пошел ты в пизду. А деталь не взял, главное, шестеренки повставлял, все это сделал. Но ни хренулечки не взял. Абсолютно. А где Арни, интересно? Он в обходную, походу, пошел. Да, сто пудов в обходную пошел. Ебаный валет, нахуй. Да иди ты погуляй. А, вот. А, нет, этот вышел, получается, у нас. Ой, блядь. А ну давай даже. Тут у меня, надеюсь, засада. На, нахуй. Оп. Кажется, поймает. Поебало. Вроде размансили. Изи. Изи. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Бедра у ней, конечно, большеваты, большеваты, я аж не знаю. Как-то вот примеряю, чё-то какие-то большие прям. Не мой формат. Так, изучить. Чё мы там сидим? Ох, ебать, 51 минуту. Короче, сейчас пазл решаем и заканчиваем, потому что... Ну, ебать, сидеть нам еще с вами. Еще, наверное, столько же. Вот сто пудов столько же. Так. Нет. Подожди, а как? Так, так. Как там было-то? Так, так. Нет. Да. Да. Вот так было. Вот. Сейчас у нас будет катсцена. За Шерри. Как лучше сохраниться-то? Вот сейчас прям пойти сохраниться или что? Или автосейв сработает, а я потом не перетру ли этот автосейв? Пойду просто сохранюсь, пиздо. А что он тут дверьми хлопает? Я надеюсь, он все-таки не зайдет сюда, он же не должен. Он же не такой. Он же не такой прошаренный, чтобы взять и зайти сюда. Так, давайте-ка вот... Так, это что там на хардкоре все? Все, что-то я проходил на хардкоре. О-по-по-по-по, вернитесь к шее. Давайте вот это перезапишем просто-напросто и попрощаемся. Всем, кому понравилось видео, не забывай подписываться на канал и жди продолжения этого видео. Также не забудь написать комментарий по поводу Терминатора, мода. Я там еще что-то просил в самом начале, не помню. И про свой царский лайк тоже не забудь. С вами был Игорь Вест. Пока-пока.